Тяжелобольной мальчик из Абазы Никита Лунковский вернулся домой после лечения в одной из клиник Сингапура. Там малышу врачи пересадили костный мозг, и теперь жизнь Никиты вне опасности. Накануне в аэропорту Красноярска Никиту с мамой встречали родственники, знакомые, журналисты и просто неравнодушные люди, благодаря которым состоялась операция. Здорово. Перенесенная операция, долгие перелеты ослабили организм малыша. По словам мамы, Никита очень похудел и устал. 9,5 миллионов рублей на операцию в Сингапуре собирали всем миром. Мама мальчика выздоровление сына не иначе, как чудом не называет. Доктор сам даже удивился, когда вот у нас все ждали же костный мозг, когда заработает наш долго. Чудо, он сказал вообще чудо, потому что он вообще не надеялся, честно сказать. Он даже письмо написал, что второй, на вторую пересадку. Он написал все уже, что говорит, ну, вряд ли что-то. Потом раз, мы теперь... По электронной почте будем общаться с доктором каждый день, ему говорить, какое состояние. Через 3 месяца красноярские врачи проведут обследование и выяснят, как приживаются новые ткани в организме мальчика. Нет ли рецидивов? Но уже точно известно, что через 1,5 года Никита Лунковский вновь должен отправиться на лечение в Сингапур. И в подготовке этой поездки, говорит мама мальчика, им снова потребуется помощь неравнодушных людей и волонтеров.